Может быть так. Пастух хлопни в детстве в селе, в деревне. Пастух хлопни, как и засолит. Да, бегом. Вот это пробежка им. А вот это, гля, на нас идет. На нас идет. Крупная какая. Лидирует. Кто лидирует? Буренка. Да как же, они же все под именами. Они как роботы, цифрами. Куда ты прешь, а? Подруга, бля. Я отсюда. Или это бык? А нет. Это ничего. Сейчас им надо эти копытки подрубать. А это сейчас по асфальту. Сейчас. Это пиздец. Прикинь, у них кросс какой, да? Да чудо, они постоянно с зимнего на летнего перебегают. Че постоянно? Ну, два, четыре раза туда. Подтянулись, подтянулись. Она уже, гадай, молода, пизда, второй. Ну, записывай, не ругайся. Ничего себе, вот это бежит. Бежит. Ух, вымя, это какая, гля, вот это тяжело. У кого молоко, у кого чего? 200 голов. Ты все снимаешь? Снимаю. Ты ваньки хочешь показать? Перекрыли, это ты глянь, надо же. Люди уже целый час не мог никуда уехать. Все, остановились. А что они не подгоняют? Ну, а пошли. Гали-гали. Соб-собе. Вот это камулы. На дворе стоит корова. Белая камулы. Что ж ты, милка, не выходишь? А это нездоровая. Вот она идет к тебе, гля. Не пиздоти. Сейчас бы он так хлопнул, что аж на провода попал. Прикинь, сколько мяса тут, а? Тонны. Тонны. Опа. Сколько молока. Все. Путь свободен. Поедем. Наконец-то.